Знакомьтесь, это Артур, и он спас от пожара себя и своего младшего брата. На МЧС тоже пойду. Начало есть, да, уже? Данный юноша, 10-летнем возрасте, кратче расскажу, буквально у нас произошел пожар в одном из частных жилых домов. Когда произошел пожар, в доме находился Артур и его годовалый младший брат Эмиль. Артур не растерялся в данной чрезвычайной ситуации, выключил электроэнергию в доме. Несмотря на то, что он был травмирован, у него нога, он находился в гипсе, на костылях, он взял своего младшего годовалого братика, вышел в окно, сохранил жизнь себе и своему младшему брату. При этом он вызвал пожарных, встретил пожарных, наших коллег, показал им кратчайший путь к очагу возгорания. И благодаря оперативным действиям Артура и наших пожарных данное возгорание было ликвидировано. И путь, вследствие чего он сохранил имущество и жизнь себе и своему младшему братику. Герои, живущие среди нас. Данный поступок был отмечен министром по чрезвычайным ситуациям, ну и нашим департаментом. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Артур награжден медалью, проявлен героизм на пожаре. Кем хочешь стать в перспективе? МЧСником. Да? Спасателем, да? Ну, все, двери наших подразделений всегда открыты. Давай, как закончишь учебу, один из классов, приходи к нам. Мы все организуем для тебя, будешь среди нас. Рахмет, вам тоже большое спасибо. Растерялась, конечно, немножко. Для нас это такая ситуация, конечно. Срач, самое главное, дети живы, здоровы. Да. Напугались, да? Сильно. Давай, Артур, сам расскажи. Поддержи маму. А что сказать? А что случилось с ногой? Почему в гипсе было? Я был в футболе, играли на тренировке, растянул ногу связки и вот гипсе, коротко сказал. А откуда вы знали, что нужно выключить электричество? Если не отключили электричество, то это пройдет пожар дальше по электричеству и так все сгорит. Угу. Напугались? Есть такое. А что одноклассники говорят? Много чего. Пишут. Видите, молодец, Артур, не потерялся уже. Нашу специфику работы знает, зал отключил электричество. Просто они очень часто остаются одни дома. И мы постоянно им говорим, если вдруг что. В первую очередь нужно отключить рубильники. В первую очередь. И самим просто покинуть дом. Неважно, что в доме. Просто убегайте и все. Артур очень хорошо среагировал. Молодец, сынок. Все произошло буквально, мы 20 минут как покинули дом. Через 20 минут уже все горело. Суть пожара – включенная стиральная машинка. Просто поставила стирать машинку, и все. Все загорелось. Но все началось от розетки. Плавиться, гореть. И все, можно сказать. Ну, третья часть дома сгорела. Ну, самое главное, дети. Он вышел, молодец, и вынес еще на руках ребенка 11-месячного. Вот так вот. Вообще, давайте поаплодируем нашему герою. Вообще у нас 4 сына. Ого. У нас старшему 15, 10, 5 и вот годик. Всех к нам отдавайте.